По большому счету можно на выходные вылетать, получается так. Вечер пятницы улетели, выходные там, во вторник вернулись. Самое главное, чтобы полетели, чтобы был пассажиропоток. Все мы знаем, что наш рейс Архангельск-Котлас или Котлас-Архангельск, да, некоторое время назад был такой не очень востребованный. Наверное, год назад еще у меня был лично такой опыт, когда я вперед летела в Архангельск, нас было двое всего пассажиров, а назад я летела вообще одна. И это ведь идет субсидирование из областного бюджета этих рейсов, там же у нас стоит достаточно, ну так, доступная цена на билет 3500. Я все-таки настраиваю, что давайте летать в Питер, давайте поддержим этот рейс.